Итак, уважаемые потенциальные партнеры, давайте более детально посмотрим на наших русскоязычных слайдах, как же нам здесь легче и правильнее работать. Итак, легкий, быстрый старт – это начать с матрицы $5. Вы один раз зашли. Здесь возможна и бесплатная регистрация, тем более сейчас, пока до 1 февраля. Вы можете пока не оплачивать, просто зарегистрироваться, встать в матрицу, вы сразу там получите место и сразу будете ждать перелив, и он возможен, он начинает уже активно падать сверху от вышестоящих спонсоров и от активных спонсоров, и начинает заполняться. А 1 февраля вы уже, когда настанет старт официально, решите, платить вам или уйти с этого бизнеса. Хотя здесь желательно остаться, потому что нас ждут просто огромные начисления при очень легкой работе. Что значит мы здесь получаем? Обязательно ежемесячная проплата, то есть $5 каждый месяц, каждый партнер должен будет платить, покупая данный продукт, оплачивая данный инфопродукт, о котором я вам говорила. Если вы не хотите это делать, то вы просто потеряете ваше место в матрице и ваш бизнес. Значит, как мы строим эту матрицу? Матрица глобальная, как я уже говорила, состоящая из 5 уровней. И везде каждый уровень умножается на 3. Например, на первый уровень должны под нас встать 3 партнера. То ли наши приглашенные, то ли сверху по переливу. И за это нам платят 50% от стоимости инфопродукта. В сумме это нам даст $0.75. Во втором уровне 40% оплачивается, 9 человек станет и $18 начисляется. В третьем уровне 30%, 27 человек, получается сумма $40.50. Четвертый уровень 10%. 81 человек, $40, тоже 50 центов. И пятый уровень, как вы видите, 10%, это нам берется у нас 243 человека, и в сумме это $121.50. Конечно же, мы не будем ждать последнего дня. Здесь начисления будут еженедельные, то есть постепенно может матрица заполняться, постепенно будут входить партнеры, покупающие продукт, и постепенно будет эта сумма возрастать. И мы сможем эти деньги выводить при условии, что набирается сумма $100 и выше, тогда вывод будет моментальный. Но посмотрите, какой же доход вас может ждать здесь. В месяц вы, набирая такое количество людей, сможете иметь постоянный достаток $221.25. Это при условии, что каждый человек из матрицы повторно будет платить каждый месяц, и вы повторно будете такую сумму очень легко иметь. В год это набирается в общем total $2655. Вот так вот, легко зайдя на $5, вы можете иметь такой доход постоянно. Так, для этого достаточно 363 человека, и также нам дает возможность прибыль в этой матрице заиметь место уже заработанных денег в следующую матрицу, матрицу «Строитель». Матрица «Строитель», $20 вход, в нее, конечно, можно зайти и сразу, если кто-то желает, можно зайти параллельно на 5 и на 20, кто себя чувствует достаточно уверенно и не затрудняется пригласить людей на такую сумму, или не переживает, если он подождет немножко и перелив сверху. Это дело каждого лично. Вот. Но мой совет пока, по крайней мере, до старта, до 1 февраля, зайти всем обязательно на $5, понять, как работает матрица, начать активно приглашать, увидеть расстановку свою и людей в матрице и немножко подзаработать, а потом уже приняли для себя решение, переходите вы быстро в матрицу на 20 или уже когда полностью заполните первую матрицу на $5. В любом случае вы всегда сможете попасть в матрицу на 20 и дальше увеличивать свой доход. Здесь все аналогично, такое же количество людей, как вы видите, просто немножко по-другому распределяется прибыль. То есть на первом уровне 5%, на втором 20%, на третьем, четвертом, пятом 20%. И сумма общая, как вы видите справа,
За первый уровень $3, за второй 36, за третий 108, за четвертый 324, 972 за пятый. И в месяц мы можем иметь результат $1443 при таком же количестве людей ежемесячно. То есть, если вы понимаете, в чем прелесть этого маркетинга, что построив с одними и теми же людьми матрицу за $5, они все, дублицируя, активно переходят в матрицу за $20, в принципе, становятся на те же места, и это заполнение идет быстро. И поэтому можно сразу иметь, выйти с ними и параллельно на доход $1443 и параллельно получать и за первую, и за вторую матрицу с теми же людьми. В год это получается $17316 только за матрицу «Строитель $20». А также это нам даст возможность, заработав здесь $99, перейти в следующую матрицу «Лидер» из этих заработанных денег. Или же, если кто-то желает, может и купить ее наперед, например, место. То, что я вам говорила, кто уверен в себе. Итак, матрица 99, лидер ежемесячная. Здесь у нас уже дополнительно нам дают больше возможностей. То есть, если у нас там было 5 уровней, то здесь у нас уже 7 уровней открывается, за которые мы можем вниз получать деньги. Процент, соответственно, вы можете видеть какой. Чуть меньше начисления, но учитывая то, что здесь получается намного больше людей, сумма, конечно, увеличивается в несколько раз. Поэтому за первый уровень нам ничего не начисляется, за второй $89, третий уровень 27 человек $133.65, в четвертом уровне мы получаем $400.95, когда у нас там встанут 81 человек. В пятом уровне постепенное заполнение 243 человека. У нас получается сумма $1202.85. Хочу вам сказать, что вот эти 5 уровней, их довольно легко сделать, даже за сумму $100. Шестой уровень нам дает 5% и доход $3608.55. Седьмой уровень 20%, 2187 человек может нам его заполнить, и мы получаем сумму $43302.60 в месяц. Это все, если суммировать, получается почти $50000, то есть $48000, $48737.70. Если вы еще сплюсуете те две матрицы за 20 и за 5, которые мы уже прошли и заполнили, и обязательно их тоже активируем и держим, потому что партнеры, переходя все дальше и дальше, будут все богатеть и богатеть, поэтому не будет никакой проблемы им, чтобы не потерять такую большую прибыль, оплатить еще раз и еще раз матрицу и за 5, и за $20. Гениально просто придуман маркетинг. И также этот нам наш доход возрастающий позволит нам перейти в матрицу особая. Последняя, четвертая матрица, которая совсем уж очень интересная и сладкая. Вход здесь $297. Заплатить мы можем ее также заработанных денег, может быть, будет доступ и оплатить наперед, кто пожелает, пока еще такого доступа нет к этой матрице. И аналогично, как вы видите, здесь нам дают 7 уровней, прибыль следующая 0% на первом, 10% на втором, 5% на всех последующих, кроме последнего седьмого, где 20%. Количество то же самое, начиная с 3, заканчивая 2187 партнеров нашей матрице глобальной, и смотрим на сумму начислений. За первый уровень мы не получаем ничего, но в принципе это и не страшно, потому что если учитывать, что партнеры к нам так легко переходят с матрицы в матрицу, то можно и на этом уровне обойтись без денег, да, за трех партнеров. Дальше 9 человек нам дадут $267.30. Третий уровень 495 центов, четвертый 1200.85, пятый уровень $3608.55,
Шестой уровень нам дает 10 825 долларов. И седьмой уровень 129 907 долларов 80 центов. Подсчитывая это все вместе, суммируя, когда у нас постепенно набирается сумма, естественно, мы не ждем самого конца, естественно, мы будем себе выводить, и вывод будет здесь постоянный, просто имея в виду, что в сумме общей, когда у нас полностью заполнится эта матрица, такое и такое количество партнеров, в месяц мы будем иметь доход 146 213 долларов 10 центов. Если эти партнеры будут проплачивать ежемесячно 297 долларов, а я думаю, ради такой суммы тут все будут готовы, и морально, и финансово. Поэтому мы сможем стать с вами за год миллионерами. Потому что, подводя общий итог, у нас получается сумма годовая 1 долларов 754 557 долларов 20 центов. Я очень люблю называть такие цифры и еще больше хочу к ним стремиться. Того же и желаю вам. Посмотрите, какой чудесный маркетинг и как его на самом деле, я думаю, несложно совсем будет выполнить. Я надеюсь, что постаралась уже многих заинтересовать этим замечательным проектом и такой потрясающей возможностью. Если вы в раздумье или уже приняли решение, следующие ваши шаги такие. Я сейчас покажу очень быстро, как зарегистрироваться, но более подробно будет в моем следующем видео. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал и следите за новостями. Также после 1 февраля компания будет очень много добавлять еще нового и интересного для нас. Но сейчас, чтобы не делать мою презентацию очень обширной, я покажу самое главное. Поэтому берите ссылку у вашего спонсора или пригласившего вас человека сюда, вставляйте ее в браузер, и здесь вы вписываете ваши данные, ваше имя на английском языке, пожалуйста, ваш email и ваш телефон, и нажимаете sign up, то есть зайти в проект, зарегистрироваться. После этого вам на почту придет письмо от компании с временным логином и временным паролем. Пожалуйста, посмотрите, возможно, оно попадет в спам, потому что мне так оно попало первый раз. Найдите там ссылочку и приветствие от компании, и также ваш вход и логин и пароль в кабинет. После этого, когда вы ее нашли, вы по той ссылке, которую будете иметь под руками, нажимаете ее, видите опять такой же сайт. И здесь под видео можете прослушать также замечательное видео Том Селли на английском языке, кто понимает. Нажимаете Member Login. Это будет вход в $5 Funnel кабинет. Итак, нажимаем уже с нашими данными. Вы их сможете потом поменять у себя в кабинете. Здесь у нас всегда меняется замечательно красивая картинка, которую вы будете видеть каждый раз разную. Нажимаем Submit и попадаем в наш кабинет. И самое важное для вас — это увидеть ваше место даже после бесплатной регистрации и найти ваш линк или вашу ссылку для регистрации. Вот здесь наверху будет указан ваш ID, но вы можете нажать и вам сразу перейдет автоматически на другую ссылку, на вашу регистрационную ссылку браузера. Вы ее себе скопируете и занесете в свои данные. А вот в последнем меню мы нажимаем слово «Downline» или «Наша структура». И здесь можем видеть матрицу. Я вам ее немножко покажу, чтобы вы понимали, как она смотрится, как она располагается, как она заполняется. Также более детально мы все это построение будем дальше рассматривать, уже работая в этом проекте, в этой матрице. Хочу вам сказать, что вот я совсем недавно, третий день как в проекте, не приглашала, так как готовила материал на русском языке, изучала и переводила, но просто пригласила троих человек, чтобы лично, чтобы посмотреть, как они встанут. За это время ко мне попал очень сильный перелив уже от вышестоящих спонсоров. Так как это международная компания,
международный тим у нас строится, и надо мной англоязычные спонсоры. Я ожидаю большого перелива. Также сама, конечно, буду стараться работать, потому что здесь будет очень интересно работать и очень легко. И вот смотрите, за 3 дня какой здесь у меня пошел перелив. То есть это первый уровень уже построен, второй уровень построен, и вот третий уровень больше половины. Если мы нажмем, например, что значит синенький? Вот синенький — это уже человек оплатился. То есть я, например, уже оплатила место за $5 и матрицу за $20. Вот здесь у меня также партнер оплатился, он синенький, причем упал мне по переливу. И вот под ним уже стоят люди в его матрице. Да? Допустим, здесь у меня человек проплатился, даже мой партнер, тоже замечательный, уже тоже 2 матрицы взяла Светлана, и уже смотрите под ней сколько людей, и ее приглашенные лично, и перелив, который ей упал сверху. Вот так вот эта матрица строится. То есть когда заполняется этот уровень, если, допустим, эти люди встали, они никого не пригласили, но сверху люди начинают, спонсоры все равно продолжают работать и приглашать людей, следующая матрица ставится сверху вниз, слева направо, раскидывая, поэтому они будут строиться под низом. И таким образом вот вам тот перелив, который ждут эти люди. Вот всем по 3 человека под ними падает. И так дальше, и так дальше. Если уже, допустим, спонсор заполнил свою матрицу за $5 и работает в 25 и ждет тех же людей, чтобы к нему пришли, все равно он будет приглашать, например, людей, которые будут заходить сначала на $5, а потом уже на 25. Если даже у него матрица будет заполнена, все равно эти приглашенные за $5 будут продолжать идти под него. Все новые и новые. И они будут падать под кого? Конечно же, под его партнеров и других партнеров, все вниз и вниз, заполняя следующие уровни, потому что нам дано только 5 уровней, да, для дохода. А люди же будут падать и в 6, 7, и в 10, и в 20, и неограниченный уровень. Да, все они будут падать пониже следующих партнеров. Поэтому здесь это просто золотое дно для тех, которые не любят приглашать. Ну и, естественно, для активных очень интересная работа. Здесь не выплачиваются реферальные, но, как вы видите, общеколлективная работа, командная работа, всем одинаково выплачивается, но также, допустим, лидеры, которые хотят больших денег и умеют это делать, они могут помочь своим партнерам, еще неопытным, построить их капитал, ну и себе, конечно, сделать тоже хороший. Поэтому совместный труд здесь очень благородное дело, и я думаю, что здесь очень легко всем будет работать. Вот так вот строится наша матрица. Здесь, конечно, она еще в шахматном порядке, то, что у нас написано, но это мы более детально будем рассматривать. Как, например, вот моя партнер попала под Хамид. Хамид — это не мой партнер, но если она попала туда, я увидела, что уже под него начали тоже падать люди. Здесь получается так, что если, допустим, у меня уже заполнен данный уровень, а у моего человека-партнера подо мной еще этот уровень не заполнен, и кого-то я приглашаю, то человек моего приглашенного может уже упасть в его матрицу. То есть все идет в шахматном порядке. Так расставляет система. Ну, раз так, значит, они знают, что делают. Для тех, кто хочет оплатить свое членство, а я это рекомендую сделать, мы нажимаем на страничку «Старт», или же она у нас первая при начале, когда мы заходим в свой кабинет. У нас есть сейчас такая возможность оплатить по Visa-карте, MasterCard или биткоинами. Есть еще 3-я возможность, NetSpend карта, но это пока только для Америки, и там, кроме того, очень хорошие реферальные выплачиваются для тех, кто через кого зарегистрируется в этой карте, и они смогут также свои деньги выводить на NetSpend и на Coinbase. Мы тоже сможем выводить на биткоины. Те страны, которые европейские, входят в Евросоюз, Coinbase их верифицирует,
и легко сможем и оплатить здесь членство в биткоинах, и выводить туда деньги. Ну, а все остальные, в общем и целом, мы можем сделать оплату через карту Visa. Нажимаем здесь Join Fast. После 1 февраля еще обещали, что добавят Payzu. Дальше будут расширять возможности как оплаты, так и вывода денег. Поэтому не волнуйтесь, все будет. Так, и вот мы смотрим на этой странице. Переходим дальше. Здесь мы что должны сделать? Заполнить наши поля. First name, last name, то есть ваше имя на английском. Ваше имя, фамилия. Причем, хочу вам сказать, что здесь вы даете те данные, которые имеет ваша карта. То есть здесь вы будете платить из вашей карты. Если эта карта не ваша, то здесь вы даете данные той карты, имя, фамилия человека, с которой вы проплачиваете, потому что есть и такая возможность оплатить чужой карты. Но чтобы вы это имели в виду. Здесь вы указываете тот email, который вы давали при регистрации, и все данные карты вводите. Также ее время, когда она заканчивается, код трехзначный на другой стороне карты, и ваше имя, фамилия, как указано на карте или в банке, где вы делали данную карту. И membership, то есть subscribe. Это будет ежемесячная подписка. То есть вы здесь вашу карту привяжете, и кабинет, компания будет потом автоматически снимать ежемесячно. Но вам не надо этого бояться, потому что в кабинете мы в любой момент сможем отменить, снять галочку и отменить оплату с карты. А будет здесь также возможность с Payzu выбрать вариант, или биткоинами, или, возможно, ведут PayPal или что-то еще другое, или заработанных денег. Поэтому вы не бойтесь, первый месяц вы спокойно можете здесь оплатить, а дальше будем уже смотреть последующие шаги, обучаться в процессе нашей работы. И нажмете Submit. Нажмете Submit и подождете буквально минуту, если все в порядке. На вашей карте есть деньги, она подходит к оплате, значит, оплата пройдет, и вам напишет здесь система, что процесс прошел успешно. И вы закроете эту страницу и вернетесь обратно в ваш бэк-офис. Все следующие шаги я уже расскажу в следующем видео. И напоследок вам скажу, не забывайте, всего $5 могут изменить вашу жизнь навсегда к лучшему.